Если мы испытываем внутреннюю потребность в близком человеке, надо исходить из того, что мы делаем не брак, а мы пытаемся найти близкого человека. И с близким человеком мы пытаемся создать совместную жизнь, выстраивать человеческие отношения. Проблема состоит в том, что сейчас все люди еще дополнительно эгоцентричны, думают о своих интересах прежде всего. И дальше коса на камень. Я-то думал, что, значит, когда ты женой станешь, ты перестанешь вот это все делать. Чего это я должна перестать это все делать? Я, это не нравится. И все, и они пошли друг с другом махаться. Поэтому, конечно, нам нужна все больше и больше осознанности. Я не случайно делаю все эти проекты по мышлению, потому что мне кажется, что это сейчас главная вещь. Навыки мышления, навыки общения, понимание другого, его интересов. Умение с ним договориться. Это все сложнейшие интеллектуальные навыки. Интеллект – это не машина посчитать, а это уметь договориться, уметь найти общие точки соприкосновения. Вот. То, что машина не может сделать. Для этого надо мышление иметь.